Таня, командир, быстро стали в строй, быстро. Командир. Кто не послушается, того застрелю. Да. Стали в строй, да, мне 35. Том. Командир, где ваша мама? Заберись на перила, берись на перила. Сейчас. Не советую так шутить, дядя. Я не достаю. Давай подсажу. Давай. Не достать. В эти земли, видите? Вот это все наше. Нам нужно все прочесать и узнать, в чем проблема. Я тут. Я тут. Я не достаю. Потерял вы где? Я не достаю. Я достать не могу. Ща, тихо, отойдите, я попробую. Ба, ну ладно. Командир, вам нужна помощь случайно? Да, мне и так нормально, я хоть и маленький, но я очень сильный. А, да, понятно. Бляха-муха, там монстр какой-то, убить меня! Ой, это такое минотавр! Отстань от меня! Ты маленький командир! Отвали, не маленький я. Рарила, иди нахуй! Ребят, там Широкий закрылся. Где Широкий? Вот здесь Широкий. Командир, почему он такой маленький? Ну вырос таким. Зато я быстрее всех вас. Вот, я нашел его. Кот серый, уничтожить. Oh, hello, yeah. Чё? Сижу и били. А хотите тоже стать мелким или наоборот большим на наших серверах? Легко, просто поддержите проект и возьмите на сайте изменения размера. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Ну это прям вообще везение. Так... Первые 3 часа играю и встречаю уже ютубера. Так, слушай... Сразу. Слушай, это, чё по деньгам? Руки за голову! В смысле свои, блин, ты чё, совсем сдурел? Сталкер оружие убрал. Иди своей дорогой, сталкер. Сталкер, оружие убрал. А вы кто тогда? Вы же тоже в такой же форме, как и я. Мы охранники, сталкер, оружие убрал. Вот убрал. Он, Гарик, я. Сталкер, оружие убрал. Не понял. Оружие убрал, сталкер. Оружие убрал. Сталкер, оружие убрал. Не понял. Прием, моговцы, у меня тут бешеные амсерги и айпоша. Помогите, арестуйте. Оружие убрал, сталкер. Убрал оружие. Помогите, тут бешеные амсерги нападают. Сейчас стрелять будем на поражение, оружие убрал. Вы, ай, бляха-муха. Ты чё, ебанутый? Да оружие я шучу. Сталкер, я оружие понял. Убрал. А куда мне его убрать? Просто убери оружие. Да. Все, нормально. Теперь можем разговаривать, сталкер. Подходи, пообщаемся. При нем, как там ситуэйшн? Извини, что у вас отвлека, великий амсер. Вы хотите стать 939-м? Не хочу, я сам по себе сделал. Добрый день, братки. Давайте как бы это, что, будем работать или как? Ну вы это, пушку достаньте. Не по уставу как-то. Ты как бы наоборот, пушку убери, сталкер. Предлагаю кольнуться. Ну давай тогда мне, давай его. А это безопасно? Нет. Конечно же нет. Конечно, мы это используем. Ладно, на раз, два, ой. Три, давай. Вова, ой, вист. Блин. Ой, блин. А, он уже на ты таблетками, да? Ну, в общем, теперь мне нужны очки, судя по всему. Я метила себе в кого. Ой, блин. Ой, мне хреново. Отпусти, дурман дрова. Все, я пошел. Не, нормально. Что-то быстро проходит. Нужно еще. Надо дозу искать, пошли. Лайзон. Как пойти и отпинать Т-класс. У них по-любому что-нибудь да найти. Да, они по-любому контрабанду свою проводят каким-то образом. Честно, даже да. Все, сорян, я физру прогуливал, как бы выдохло все. Уже не могу. Вот мама говорила, не кури за гаражами. Да. О, фонарик. Все, я буду светить, открывайте. Ой, господи, твою мать. А как вы выбрались? Сука, кто по мне зарядил? Справедливо. О, доза. Справедливо. А мне дать? Ты еще не поделился-то? Да хватит себе. Вот, бери. Ах, бляха, муха, зачем мы это сделали, сука? Ай-я, кто меня бахнул так? Мне какой-то дистанционный пиздак отвесили. А, понятно. Блядь. Это всяк. За монолит. Блядь. Черт, дед. Отходим.
Да ёб твою мать! Пиздец, что там за задрот за деда играет? Сюда. Спасибо. Где 106-й? Ёб твою мать, вы меня напугали. Сука, где 106-й? Где мы? Я в панике. Тихо, тихо, свет есть. Черножопый тут. Так, подожди, подожди. Черножопый! Сюда. Давайте я пи... Эхо 06, я командир, я живой, только что выбрался из подземелья деда. Иди нахуй. Еще один в черножопом, да? А где выход? Вы ведь были. Сюда, а, сюда. Сюда? Выходи. Давай, дед. Черножопый, давай. Давай, мочи его, ну, мочи, по почкам, давай, бей его. Он... Блин, зачем вы в меня стреляете? Да мы нечаянно. Черножопый здесь. Как у командира вроде. Да я тут. Черножопый мёрз, прием, черножопый мёрз. Отлично, пакуйте, короче, блядь, мешки. Блядь. Еще поехали люди, зеленые халки, да, достать в оборону. Да? Открывайте, суки, раз на раз. Все, вы взяты в котел, понимаете? Вы же как бы трупы. Отлично, подкрепление. Как я сюда о, попал? Добрый день. А почему это у вас карточки в наличии? Я нашел ее в грин. Ну, давайте, скидывайте тогда сюда, дорогие люди. Так, дорогие люди, как бы, учитывая, что вы каким-то образом выбрались, мы ждем, короче, охрану, и вас отводят обратно, кормят, вот это все такое, понятно? Пацаны, пошли сюда, выход, у меня как-то мечпоинт. Ты че, а ну быстро карту выбросил. Не хочу. Выброси карту, ты че? Не хочу. Два. Выбрасывайте. Ученый, забери быстро. Хорошо, ученый. Держите, ученый, держите. Мне еще карту. Ты карточку забрал, ублюдок. Так, все сюда, подошли. Поскидывали сюда карты. Откуда это мой табельный пистолет, я его прятал в штанах. Как бы не видно, какое огромное хозяйство. А может, у меня тоже найдется в штанах? Нет, боюсь, нет, у вас там ничего не выпирает. Пришел сюда полки протирать, блядь. Я понимаю, но, братан, ты же видишь, что все хорошо. Я слышу шаги смерти. Лучше уберите пистолет, уберите пистолет. О, не-не-не, тихо. Что? Снимите противогаз, ну не слышно ничего. Да я не понимаю, что ты говоришь. Так, тихо, все помолчали. Я по жопе шлёпнул. Ну, значит, короче, мы вот, я встал утром, почистил зубы, значит, в комплексе, типа, пошел с коллегами. Я ДЦП объектов, ты вообще дурной, что ли? Я не понял. Сейчас что-то вспомню, какие у нас ДЦП объекты были. А, короче, был вот этот, вот эта машина, понял? Туда и кидаешь штуки, ставишь там... Я читал об этом. Ну, сука, так а что ты еще от меня хочешь? Я не понимаю, ты лучше меня... Ты лучше меня знаешь, этот комплекс, блядь. Что ты от меня вообще ожидаешь? Братан, а у тебя по ветре, тебя даже противогаз не спасет. Ёб твою мать! Да успокойте вы бешеного! А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.